Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня выпуск будет не психологический, а творческий. Я вам покажу, как сделать сказочные домики. Для этого нам понадобится банки, клей пистолет, фольга, масса для лепки, клей ПВА, гуашь, кисточки, краски витражные, ватные палочки, светодиодные гирлянды, лак. Весь список я ставлю под видео. Вот я нарисовала схемку. Из фольги делаю такие завиточки, конусы, крыши. Приклеиваю их с помощью клея пистолета. Иногда даже помогаю клею вылезать. Приклеиваю между собой баночки. Это тоже обязательно. Плотно прижимаю, все баночки приклеиваю. Достаю массу для лепки. У меня керопласт. Но я не сказала, что это лучшая масса для лепки. Подойдет любая, которая вам нравится. Хорошо разминаю и приклеиваю. Делаю фундамент нашим домиком. Начинаю снизу, полностью обклеивая весь периметр нашего огромного домика. В принципе, процесс очень простой, справится даже маленький ребенок. Подойдет, мне кажется, даже пластилин для этих целей. Дальше раскатываю вот так и облепляю весь домик. Хорошо конусы облепляю. Покрываю массой для лепки. Хорошо раскатываю, разминаю, как пластилин. Немножко даже шатается стол, вы можете заметить. Залепляю все дырочки, раскатываю тонко, чтобы было экономно. Но это не всегда хорошо. Например, мой керопласт часто трескается. Все дырочки замазываю, шпаклюю. Вот такой получился домик. Обтираю его мокрыми руками. Видите, заглаживаю неровности. Приблизительно еще будет много работы. Каждый домик проглаживаю. Я вам показываю весь процесс. Теперь я делаю такие завиточки. Я потом раскрашу их в зеленый. Будто какое-то растение обвило наши домики. Они же сказочные, там гномики живут.
делаем рамы. И опять же грибочки. Рисуем борозды в грибочках и маленькие окошечки. Просто прорезаем кружочки. Убираем лишний материал и заглаживаем неровности. Еще рисуем кружочки, прорезаем в материале. Лишнее убираем, долепляем и заглаживаем. Ватной палочкой протираем или тряпочкой. Тоже заглаживаем неровности. Хорошо-хорошо все заглаживаем. Ну как хорошо? Приблизительно, как можем. Вот такой был рисунок, и вот такое я слепила. А теперь, когда уже все высохло, а сохло у меня долго, неделю, потому что домики большие, мы сейчас будем разрисовывать. Наливаем клей ПВА и перемешиваем с краской. Так и краска экономится и держится лучше. Просто разрисовываем кисточкой. Этот процесс тоже приносит очень много удовольствия. Я сначала разрисовывала желтым цветом, потом оранжевым, потом делала переходы между цветами. Пыталась перемешать цвета прямо на домике. Перемешивала желтый с зеленым. Чтобы получить такой салатовый цвет. И видите, те крыши домиков, где нет завитков, я сделала зеленым. Тоже пыталась перемешать цвет. А те крыши домиков, где есть завитки, я оставила оранжевыми. А завиточки сделала зелеными. Сейчас крашу дверь. Коричневый, конечно же, в какой еще? Имитация дерева. Кстати, эти домики я буду продавать. Конечно, если их вообще кто-то купит, если они кому-то нужны. И все полученные средства я буду складывать на образование режиссера. Мне надоело плохо снимать, хочу научиться хорошо снимать. Если вы хотите помочь каналу, но домики вам не нужны, можете просто перечислить, кто сколько может. Номер карточки я оставлю под видео. Дальше витражными красками я раскрашиваю стекла наших окон. И вот такой вот домик получился, не лакированный. Перемешиваю лак. О-ля-ля! Отлетело. Дубль 2. У меня лак в баллончике. Я попрыскала. Вот такой был первый рисунок. Такой второй рисунок. Макет. И готовые домики. Теперь я беру светодиодную гирлянду. И они светятся. Спасибо всем за внимание.